Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас Фокс, Кисми, Угабога, Гусанёк, Плеймарк, Курума, Лекс, Флайнг. Пацаны, поздравайтесь. Всем привет. Всем привет. Всем привет, Фокси. У нас есть здоровенная карта и очень классные идеи, которые сейчас мы вам покажем. Я буду играть за аниматроника и пытаться догнать пацанов на машине. И в конце ролика будет 7 аниматроников и один выживший на машине. Если 5, кушайте, приятного аппетита. А мы начинаем веселиться. Пацаны, даю вам 5 секунд. 5, 4, 3, 2, 1. Аниматроник, псих, выдвинулся. Я могу за этого аниматроника с одного раза взорвать любую машину. Танки, конечно, мы не проверяли, но это может в каких-то других сериях будет. Если вы хотите, то мы обязательно это сделаем. Да чё все сразу за мной поехали? Потому что ты худший игрок. Ой, ты лучший игрок, поэтому они хотят вместе с тобой выживать. А, Дима, там ты вообще медленно бежишь, поэтому все, от тебя можно. Смотри. Первый у нас пошел. Ах ты, блин, стоять, я не понял. Нет, не надо. На, красиво, ребята. Первый пошел, теперь у нас два аниматроника. Кто останется последний на тачке, тот будет победителем. В следующий раунд буду я ездить на машинах. Поэтому я считаю, что вам прямо сейчас нужно влепить лайкосик и залететь в наш дискорд, если вы хотите попасть в ролик или просто пообщаться. Давай. А вы помните, что аниматроника вроде бы можно сбить на машине? Да. Ну, это вроде только NPC, а билбаку ничего будет. Блин, да я хотел специально, чтобы меня врезались, и я за ножом ударил. Ладно, ладно. Я вас спас. Дима, я воду упал, терьянь. Все, а я знал, что на такой здоровой карте найдется человек, который упадет в воду. Это гениально. А в воде он не едет, что-то. Ну все, ты аниматроник, автоматически. Блин, какая же это классная карта, мне она так нравится, она такая яркая, светлая и солнечная. Как у меня сейчас погода. А еще лето. Да. О, вижу жертву. Иди сюда. А кто на полицейской машине? Где? А, вон он бежит. Убежаем, это я. Убежаем? Убежайте. Да, обижать тебя будем. Ну блин, ну стой, пожалуйста. Я тебя не буду убивать, я тебе обещаю, даю слово. Не верьте ему. Даю слово Лакса, это он обещает. Не сработало? Ну ладно, не поверили мне. Да блин, я не могу никого догнать. Надо сделать так, чтобы он врезался в меня как-то. Так, нас же трое, пацаны, давайте будем объединяться. Дима, а нажми правой кнопкой мыши за аниматроника. Ого. Он быстрее становится. Эх ты, стоять! О. Щенок! Есть, отлично. Вот, давай. Блин, это прикольно. Кстати, я знаю Гусанька, он где-то шкерится. Вот я чувствую это пятой точкой. И он шкерится с кем там? С ногами где-то. На краю карты. На краю вселенной? Так, вот я вижу. Зачем палить? Блин, я тоже хочу уже на тачке покататься. Для этого надо мне всех убить. Ну, стоять, фуфел шмерц. Стоямба. В смысле? Живи там. Стоять! О, он меня сбил! Можно сбивать аниматроников машины! Пацаны, он убил! Одного из... А, так это я был. Одного из наших убил! Мы теперь должны мстить им! Нет! Если бы я заранее махнул, я бы смог убить. Я просто заранее не махнул. Фокс, за тебя машина была. Блин, а мне кажется, что тут может такое быть, что останется один игрок, и мы его не сможем убить. Вот! Давай! Мочи его! Тихо! Ну, есть! Гусанчелло! Мы тебя убили! Я подался. Видел, как ты подогнешь, в дерево врезался, я видел! Ты не поддавался! На тебя! Я проверял! Это здесь за все разы. Теперь Гусанёк в нашей семье. Он должен убить всех! Так, мне нравится, что я уже двоих смог убить. А я одного только. Повезло, что мы вообще. А там кто-то есть? А может сверху лучше будет видно, да, посмотрим? Так я вот сюда вот, Дима, как раз таки и хотел забраться. Ну, блин, так, вижу. Вы же как обычно. Вижу, на спаун едет полицейский. Сейчас мы его подловим, пацаны, ждите. Мы резко сейчас побежимся в него и врежемся. Машина белая, летит к спауну. Вижу. Пацаны, ну что, на счет 3, побежали. Все за белой машиной, все за белой. Мы его сейчас можем убить. Ну, вот, давайте. Это его ошибка, что он поехал в ту сторону карты. Все за ним, все за... А где он? Заглохло? Все, дай я тебя взорву. Стоять!
Щенок! Отлично! Пацаны, вы должны были выбирать, чтобы было много топлива. Ох, сальтуху закрутил, пацаны, это наш шанс! Это наш шанс его убить! Блин! На правую кнопку мыши можно очень быстро передвигаться. Побежали. Нема вас там сколько, арава бегает. А кто остался живой, перекличка? Я еще и плеймарк. Вас двое. Ну! Полицейский, ну стоять, да пожалуйста, стой, полицейский! Начальник полиции. Ну, давай! Ай-яй-яй, блин, мы сейчас его сможем взять в окружение. Так, пацаны, давайте вот так растягиваемся. Во-во-во, блин, наверное, не успеем. Вот он едет, и я ему... Ах, блин, колесо хочу пробить. Не получается. А он нас троллит, понимаете? Вот он нас троллит, туда-сюда ездит. Сейчас он совершит ошибку, наблюдаем. Окружайте его просто. Еще одного сбил аниматроника. Он убивает наших. Покажите ему за это. Ну давай, махай. Есть, красавчик, Фокс. Вот это ты молодец. Так, кто еще живой? Угабуга победитель первого раунда. Посмотрим, сколько он продержится. А где он? Для начала его не вижу. А вон он. Опачки! Стоять, кому я говорю. Пацаны, сейчас будет ошибка. Вот он совершил ошибку. Нет, не смог. Ну. Так, давайте окружаем его все. Интересно, сколько он сможет продержаться, или пока у него топливо не кончится. Но ошибку совершит он сейчас. Или врежется в дерево, или его занесет. Главное, что у нас топливо не кончается. Это очень хорошо. Так, пацаны, надо растянуться нам. Мы просто кучкой бегаем, и это наш большой мир. Все. Гусанек, ты что, закрысятничал? Я десант сделал. Так, все, кисми угабуга, ты начинаешь. А! Как он мою машину не взорвал? Вот это был жесть, это хорошо, что он на правую кнопку мыши прожал. А я стою себе, чилю. Ну, удар был мощный, но на машину никак это не повлияло. У меня машина, все, бензин. Все, пацаны, теперь два аниматроника. А я когда вспомнил машину, я смотрел, что был бак полный. Справа внизу есть оранжевая полосочка, это бак. Ой. Я хочу в этом раунде победить, вот реально, но для этого надо мне экономить бензин. Так, а где еще один аниматроник? Надо быть внимательным, они тебя нас могут окружить. Есть! Три аниматроника! Это хорошо! Так, на месте нельзя стоять. Надо сюда как-то потихонечку ехать. Так, вижу аниматроника. Еще одного вижу. Не попадешь! На самом деле очень стрёмно проезжать возле них. Да не, это так не работает. Дистанцию держу. Ой-ой-ой! Ты чё, мне там колеса хочешь порезать? Что это за артефакты в небе? Какие-то у нас тут тени дебелые. То НЛО прилетело, что ли? Все. Пирамидный сиреноголовый. Понял. Мне нравится, переехал на одну часть карты, пока не добегут. Потом на другую часть карты. А я сейчас к Гусаньку заеду и скину его. Давай, попробуй. Ты думаешь, мне не получится? Да. Ты сначала место найди, куда нужно заехать, а потом уже... Ты меня плохо знаешь. Тут аниматроник, блин! Он на горе, заходи на гору заходи. И когда он будет спрыгивать, он, скорее всего, перевернется, ты его убьешь. Поднимайтесь на гору, да, где я хотел заехать, он там. Так, давайте посмотрим, как Гусанька убьют. Давай, посмотрим. Так, смотрим, как он будет съезжать. Так, я вижу, он забрался, ладно. Вот, Гусаняк ударился. И перевернулся, все, уезжаем. Ах ты, блин, надо тебя тормозить. Стоять! Я забуду Гусанька специально таранить. Давай. Ты думаешь, ты от меня уедешь? Ой, я сейчас воду тебе скину. Давай. Я вижу аниматроник. Сложно с собой. Три полицейские. А что вы говорите, полицейские? Они классно управляются или как это? Да, они просто маневренные. Просто прикольные. Понял. Они маневренные и быстрые. Да блин. Стоять! Кому я говорю? Да я знаю, я тебе воду сейчас скину. Ты что, ах ты, блин, повезло тебе. Блин, Дима, я не знаю тебя такого. Какого я тебе добра желаю? Да стой, не бойся. Стоять, кому я говорю. Сейчас мы все брежемся и нас убьют. Да. Да это не расчет. Я буду тебя таранить. А я здесь с Гусаньком таранюсь.
Кстати, а где все, кстати? Я не знаю, так все. Все уже половина аниматроников, половину мы. Только как-то не видно, то один бегает, там я максимум двоих вижу и все. Ну вот, еще один бегает. Только они как-то ветер махают, делают на карте. У нас машины быстрые очень. Мамочка, он там стоял, меня ждал! Надо валить! Есть, пацаны, еще один стал аниматроником! Нет, я сбил аниматроника. А, блин, ну и ладно. Красавчик. Моя школа. Тут надо подловить, чтобы он заранее не махнул. Поэтому это очень опасная тема, сбивать аниматроника. Сегодня ты меня не найдешь. Да, я случайно. А ты опять закрысятничал? Домой. Есть, Фокс стал аниматроником. Сколько живых осталось? Я жив. Кто? Фокс, ты жив? Дима, нет, Дима. Ой, блин. Давай, мочи, гусанька, мочи. Да куда ты собрался? Стоять. Блин, да как вы гусанька не убили? Как вы Димаса не убили? Да не, я же хорошо играю, я же профессионал. Мы просто подождем, пока у вас топливо кончится. У меня очень много бензина еще. Ну, мочите! Да не меня! Не меня, я хороший человек! Дима, этот предатель. Это конкуренция. Я должен устранить всех конкурентов, кто может мне помешать выиграть. И ты один из них. У меня топливо кончилось. Все, капец. Отлично! Гусуняк, мы с тобой вдвоем остались. Курума! Гусунячек, ну что, как ты думаешь, кто из нас выиграет? Надо было экономить. Ну, что там, мне кажется, все-таки ты выиграешь. А что? Еще один есть? У меня другая анимация. Так, надо уезжать. Я тебя нашел! А я же по кустам думаю, да где ты ж гусанек, ты ж керица. А стой, да не бойся, я не буду ничего тебе делать. Я надеюсь, что гусанек сделает ошибку. Да ты задрол, обманщик. А чего вы меня бьете? На, блин! Блин, я хотел его сбить! Ну ё-моё, да я поддался специально. Если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь. Ну а всем отличное настроение, ребятушки. Всем пока. 3, 2, опа, бабах. Всем пока. Она в воду упала. Всем пока. Да, вот почему такие брызги. Всем пока. Всем пока.